Здравствуйте. Заморозил я горбушу специально, чтобы морозненько горбуша, филе по хребту легче снимается вместе с реберными костями. Сегодня мы будем делать вяленую горбушку, а потом она у нас еще немножко подкоптится. Я не буду показывать, как я филе с кости, но с хребта срезаю, как я ее промываю, как я засалю. Не, как посолочной смесью и рецепт смеси я вам скажу. А это оставлю все за кадром, как я ее сейчас промывать буду и срезать. Итак, повесили мы рыбку в коптильный шкаф. Но шкаф у меня сейчас, коптильня отключена. Служит он у меня сушильным шкафом, чтобы кошки не лазили. Инцидент недавно уже со скумбрией был. 4 куска скумбрии, 4 филешки, точнее, утащили вместе с прутиком. Это у меня, кто первый раз на моем канале, коптильный шкаф из старого холодильника для холодного копчения. Вот, я 2 филешки помыл и подвесил, они отекают. Снизу подстелил газетку. Филешка течет, ну, примерно, как вам сказать, часика 2. Потом лишнюю влагу уберу бумажным полотенцем и покажу, как я засаливаю и какая пропорция посолочной смеси у меня. Вот такие, ребят, дела. Итак, ребят, рыбка наша обсохла в течение 2 часов. Берем соль и посыпаем сверху шкурочку. Немножко втираем. Шкурка, конечно, плохо соль пропускает. Но ничего страшного, ребят. Сколько она пропустит, соль пропустит. И немножко втираем шкурочку. Смесь у меня получается 3 столовых ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Без специй, без ничего. Специи у нас потом пойдут. Теперь мы переворачиваем рыбку и втираем тушки, само мясо. Посыпаем. Посыпаем, потом немножко втираем руками. Ну, нежно, мясо, соль. И на 12 часов оставляем, ребят. Через 12 часов мы ее протираем бумажным полотенцем и вешаем вялить. На 2-3 суток. Там посмотрим, сколько по времени и как она будет вялиться. Вот такая рыбка у нас получилась. 3 суток провисела. Вот смотрите на свету как. Вся светится. Но еще жир с нее капает. Так-то она сухая снаружи, а внутри влажноватая. Наверное. Ну, пусть еще повисит немножко. Вынес на улицу, на свет показать. Хвостики уже тут жесткие, а дальше тушки нормальные. Мягенькие такие. Вот такая вяленая горбушка получается. Сейчас мы ее с Москвы перетаскиваем на дачу. Это с дачи в Москву. Хватит ей тут вялиться. Пора пробу снимать. Итак, рыбка у нас аккуратно с дачи перебазировалась в Москву. С кожицей. Хорошая. Ну, всем по чуть-чуть. Кого собрался угостить, всем достанется по чуть-чуть. Повторяю, соль, сахар. Больше ничего не было. Берем вот так, на разрезе, хоба. И аккуратненько, чтобы целлофанчик не протереть. Вот смотрите, она какая хорошенькая, нежная. Вообще-то хотел рецепт по-другому сделать, но слюна пошла, рецепт уже переделывать не стал. Кое-что добавлять в конце. Вот так получается. Вяленая рыбка. Почти 3 суток. Без 4 часов получается 3 суток. Все хорошенько, мягенько, хорошенько. Рыбка на срезе, гляньте, красивая. Камера, наверное, не фокусирует. Но если держать, фокусирует. Если камеру не шевелить. Извиняюсь за качество съемки. Снимал на телефон. Забегая вперед, мы рыбку уже попробовали. За кадром немножко. Я ж не буду за кадром чавкать, чтобы у вас слюнки потекли. Все, ребят, до скорой встречи.